Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Про масштабний фестиваль танцювальний, який пройшов до Дня міста у центрі нашого Дніпра, сьогодні нам розкаже організатор цього фестивалю Дмитро Ключко. Я вас вітаю. Розказуйте нам про фестиваль, як він пройшов і хто в ньому брав участь. Здравствуйте! В общем, в третій раз уже ми проводимо традиційно на День міста всеукраїнський фестиваль уличного танцю, який носит название «Днепр Стрит Баттл». В этом году традиционный фестиваль состоялся. Его посетило около 400 участников с разных уголков нашей страны, с разных городов. Фестиваль проходит в формате соревнований, так называемых батлах, среди разных возрастных категорий, в трех танцевальных направлениях, таких как хип-хоп, хаус-дэнс и дэнс-холл. И в течение дня проходят отборочные этапы, в результате которых судьи отбирают 16 участников каждой из категорий, и они уже соревнуются по олимпийской системе на вылет до тех пор, пока не остается один победитель в каждой из категорий. Это ребята, которые там забирают призовой фонд, уважение публики, и счастливые отправляются к себе домой тренироваться дальше. А хто саме от відноситься до складу жюрі, хто оцінював танці учасників? Ну, в сложившейся ситуации в этом году мы вынуждены были обойтись своими силами, так сказать. Каждый год у нас были иностранные приглашенные судьи, мы привозили ребят. В этом году это были топовые украинские танцоры в своих направлениях, ребята, которые являются победителями, призерами фестивалей по всему миру и презентерами мастер-классов. Это Зулу, Хмель, Максимус и Диана Ди, ребята, которые оценивали мастерство вот в батлах. Хто ж переміг, хто завоював повагу, як ви сказали, і публіки, і серця журі? В категорії «Діти» виграв парень, якщо мені не зміняє пам'ять. Я як організатор весь день просто нахожусь в постійних бігах із організаційної суеті. Це був парень із Черкас з псевдонімом «Снейк». В категорії «Денсхолл» победила дівчинка із Харкова Каріна. В хип-хопе среди взрослых выиграл парень Розан, который представляет Киев. И в хаус-дэнсе стал победителем Андрея Наприенко, который представляет Киев. В общем, все иногородние гости, можно сказать, сорвали куш и стали победителями в этом году на нашем фестивале. А как взагалі дніпряне себе продемонстрували на цьому конкурсі, на цьому фестивалі? Дніпр традиционно показывает хороший уровень вообще на всех всеукраинских фестивалях, батлах. И достойно всегда представляет наш город, и этот фестиваль не стал исключением. Хочется отметить, что был очень хороший, высокий уровень танцоров, которые посетили мероприятие. И вот там после прохождения отбора сразу отбирается 16 танцоров. И по сути батл — это своего рода лотерея, где каждый из этих 16 может стать победителем. Просто работает дело случая, везение. Какая музыка попалась, какую музыку тебе поставил диджей, как ты отдохнул или питался в этот день. То есть есть много факторов, которые влияют на успех в батлах. Як, до речі, проходила підготовка? Я розумію, що до самого фестивалю вже готувалися більш так інтенсивно, а під час карантину як взагалі проходили тренування, особисто там у вашому випадку, як ви тренувалися? Ну, дійсно, в цій обстановці, в цій атмосфері, яка сложилася, ну, не тільки в Україні, а зараз і в усьому світі, було дуже складно і не просто організувати фестиваль, але саме головне – організувати його з соблюденням всіх санітарних норм і виконання законодавства, яке дозволяло нам це зробити. Було не просто, ми готувалися, мабуть, на протягом 3 місяців літніх, вже думали, як все зробити якісно, щоб і танцорам було комфортно, учасникам, зрителям, которые придут поддержать ребят, посмотреть. Было волнительно, 100% стоит отметить этот факт, как никогда. Но ввиду того, что мы имеем уже опыт организации фестивалей подобного уровня и масштаба, с точки зрения самой организации было уже в этом году не так сложно. Мы уже примерно знаем, понимаем, как это делать, какие нам для этого необходимы и человеческие ресурсы, и финансовые, и так далее. Поэтому у нас, в принципе, все состоялось. Мы провели, как организаторы, мы очень довольны, как все прошло. Яке у нас взагалі в Україні, от ви сказали, що і ви організовували батли, фестивалі масштабного рівня. Які у нас в Україні, можливо, за її межами проходять такі фестивалі, у яких саме Дніпро безпосередньо приймає участь?
Ну, в Украине много проходят фестивалей, они имеют все разный масштаб. Какие-то фестивали имеют формат более локальных. Есть фестивали в Киеве, которые, например, называются Explosion Battle is a Vibe. Это делают ребята, наши коллеги, так сказать. Ребята уже имеют формат европейских фестивалей, куда приезжают участвовать ребята со всего мира, из Европы. И участники разных танцевальных школ Днепра постоянно ездят на выезды, так сказать, на такие фестивали, принимают участие в фестивалях всеукраинского масштаба, и в Європу тоже. А які от проблеми виникають? Я розумію, наприклад, цього року саме були через карантинні обмеження якісь проблеми, можливо, ще якісь перепони були на шляху до реалізації фестивалю? Проблемы как бы для танцоров, я это вижу таким образом, что долгое время ребята находились. Ну, танцы такая сфера деятельности, где нужно постоянно быть в тонусе, держать себя. То есть тело, организм должны быть тренированы постоянно. И ввиду того, что был карантин, не у всех была возможность заниматься дома, это очень сложно психологически, потому что порой теряется мотивация и понимание, для чего ты это делаешь. Некоторым сложно просто тренироваться дома, например, лично для меня, мне комфортно, когда есть окружение, люди, сокомандники и так далее. То есть тренироваться в компании намного сложнее, легче и проще, чем одному. И многие ребята, возможно, за карантин растеряли свое мастерство, и эмоционально из этого состояния сейчас выходить сложнее. Но такие фестивали позволяют опять возвращаться в строй, находить для себя мотивацию, продолжать это делать дальше. До речі, саме за тренування в домашніх умовах я знаю, що багато танцювальних студій проводили саме онлайн тренування. Тренер виходив у прямі ефіри або там у Zoom. Як у вас це відбувалося? Ну, действительно, онлайн-обучение, онлайн-образование на карантине набрало своей популярности. Ну и не только в танцевальном направлении, во всех остальных. Им появилось много обучающих онлайн-платформ. Танцы не стали исключением. Я сам проводил много онлайн-уроков для своих учеников. Поначалу это казалось, не хотелось, честно, не хотелось меняться, подстраиваться. Формат сложный, потому что танцы подразумевают контакт, общение, обмен энергией. Это не просто какое-то повторение чего-то за кем-то. То есть здесь важно общение, энергетика. Но своего рода потом, я вот по себе скажу, я втянулся, это своего рода тоже новый скилл для себя я приобрел. Это тоже интересно, в формате онлайн танцевать. И многие танцоры, естественно, перешли в формат онлайн обучения, но затем появилась уже возможность заниматься не онлайн, чему все рады безгранично. Повертаючись до фестивалю, от він вже проходить третій рік поспіль, так? Кожного року ви помічаєте, що рівень учасників зростає? Да, конечно. В принципе, у нас уже есть ребята, которые традиционно посещают мероприятия, и конкретно наглядно видно, как уровень, в целом украинских танцоров за последние лет 5 он вырос. Ввиду того, что сама танцевальная культура становится более популярной, у многих ребят появилась возможность и желание выезжать за пределы Украины, принимать участие в фестивалях, соревнованиях более высокого уровня, обмениваться с танцорами более высокого класса. И, соответственно, растет уровень танцоров и здесь, в Украине. Щодо планів на майбутнє, можливо, з приводу цього фестивалю, буде він проводитися вже наступного року, які є плани, і з приводу взагалі усього діяльності танцювальній? Ну, конечно, в планах у нас есть проведение этого фестиваля. Мы хотим, чтобы Днепр Стрит Баттл. Мы и хотим, и так уже складывается. Получается, что он становится традиционным. В принципе, все танцевальное комьюнити Украины уже знает, что в Днепре в начале сентября на День города проходит качественный танцевальный ивент. И многие ребята уже бронируют эту дату заранее, чтобы попасть на него и принять в нем участие. И следующий год, надеемся, если ничто нам не помешает, мы с удовольствием будем стараться проводить этот фестиваль еще на более высоком уровне с точки зрения организации. Як реагувала публіка на ваш фестиваль? Як от ми сказали, що рівень учасників зростає, можна протягом 3 років відслідкувати таку тенденцію. Як реагують глядачі? Чи чекають вони вже, от вони знають, що традиційно буде проходити Дніпро Стріт Батл? Як вони його чекають і як реагують на батли?
Самое главное, что на фестивале мы, как организаторы, стараемся создать благоприятную атмосферу, в которой танцор смог бы себя проявить максимально хорошо. И эта атмосфера способствует всеобщему такому заряду и энергетике вокруг фестиваля. Соответственно, люди, проходя по Европейской площади, это локация, где проходит фестиваль, уже непосредственно окунаются в эту атмосферу драйва, энергетики, музыки, и, конечно, это нравится, хочется остаться и посмотреть, и стать частью вот такой классной танцевальной молодежной тусовки. В этом году довольно-таки было много людей, как, в принципе, и на разных локаціях в нашому городі. А чи можна якось відслідкувати, от зараз, на жаль, там у когось не вийшло саме на День міста подивитися на батли, взяти участь, можна якось десь подивитися відеозвіти, можливо, в інтернет-мережах? Там ми активно розвиваємо соцсети нашого фестивалю, в інстаграмі на страничці Дніпр Стріт Батл можна знайти посилання на фотоотчети, і відео, і на ютуб-каналі танцювальної школи Art People. Уже ми постепенно заливаем видео судейских выходов, финалов. И те ребята, которые люди не смогли побывать в день мероприятия в Днепре на фестивале, могут найти записи видео с нашего фестиваля. Давайте таку, можливо, зробимо невеличку настанову танцівникам та танцівницям, які зараз нас дивляться. Що ви можете їм порадити, аби у наступному році взяти участь у батлах або, в принципі, розвивати себе як танцівник? От декілька порад особисто від вас. Я хотів би посоветувати і попросити всіх танцорів, от сложившихся обстоятельствах зараз, більше путешествувати, искати можливості, посещати мероприятия в Україні, в різних городах. Сейчас максимально необходима поддержка для организаторов, для людей, которые тянут такие фестивали на своих плечах. Их нужно поддерживать, поэтому старайтесь путешествовать, принимать участие в конкурсах, дабы в целом сама танцевальная индустрия и культура танца в Украине не проседала, а мы развивались и двигались дальше. И, конечно же, я хотел бы пригласить всех танцоров в следующем году посетить традиционно Днепр. Это уже будет четвертый фестиваль Днепр Стріт Батл. Що ж, я вам вдячна за сьогоднішню нашу прес-конференцію. Сподіваюся, що дійсно ті, хто живуть танцем, вас почули і виконають усі настанови. А сьогодні до нас у прес-центр завітав організатор фестивалю танцювального Дніпр Стріт Батл Дмитро Ключко. Розповів про моменти організації, про учасників та членів журі, розказав про плани на майбутнє. І ви почули, що вже через рік нам чекати наступний традиційний четвертий Дніпр Стріт Батл. Тому, якщо ви танцівник або танцівниця з нашого міста, обов'язково залучайтеся до такого заходу, до такого масштабного дійсно фестивалю. Ми вам бажаємо гарного настрою, гарного дня. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте!